Ребята, хотим спросить совета, потому что уже достало. Вот такие вот насекомые у нас с приходом весны появились в доме. Сейчас еще попробую найти более... Вот, остановился он. Крупным планом показать. Мы не знаем, как они называются. Это не тараканы. Потому что их зимой не было, и какие-то они странные. То есть это мы знаем, что такое таракан. Хотя, может, это разновидность какая-то, непонятно. Как они называются... Как с ними бороться, может, вы знаете, потому что это какое-то нашествие. Они насколько нас всех раздражают. Сашенька, не трогай меня. Саша, отойди. Они ползают везде, и на кровати, и ночью. Ну, очень похоже на таракана, но это не таракан. По крайней мере, я таких не видел. Может, это местные какие-то тараканы. Подскажите, пожалуйста, как с ними бороться и как называется вот это насекомое. Сейчас я ближе подвину его. Вот. О, вот его хорошо видно. Будем очень благодарны, потому что уже сил нет терпеть его. Это очень противно. И прям какое-то, вот особенно в последние недели, потепление, прям нашествие какое-то их. Их очень много. Подскажите, пожалуйста, что это за насекомое и как с ним бороться?